Ничего. Ну вот он. Да нет ничего. Ну, что-то нет ничего пока что. Граната, что ли, нет? А? Граната. О. Все, да. Не знаю. Железка? Ага. Ну-ка. Пойдем. Понятия не имею, что это такое. Какая-то шляпа. Ну какая-то то ли бронза, то ли еще что-то. Может, кельты ставили? Да, кельты тебя ставили. Кастрюля? Что-то типа. От велика, что ли? А, наверное, колесо, ну вот. Да, да, велосипедная фигня. А, говнище. Следы тигра. Пять. Ну что-то есть. Блин, орёт на весь лес, надо в эти наушники втыхать. Ты с ними ходить неудобно. Не, ну чтобы так они закручены были. Блин, эту хуйню убрать. Ебать. Чё? Да вон он шняк его. Ай, торможно ты. Ранение еще получить не здесь. День победы, ну, какой-то... Завтра будем победы. Да практически, во Франции же сегодня уже. 12 ночи подписан был пакт. В 11. В 11. Ну дошли. Во-о. Это камень. А камень? Ну, червяки вечером. Ну чё? Потерял? В чём-то, слушай. А что ты? Ну-ка. Пуля. Пуля дура. Не, гильза. Может, от этого, от МГ? Непонятно. Целое, но ничего. Да непонятно. Вроде как целое. Слушай, а это что? Дика никакого. Надо на капсуль поплевать, посмотреть, если он пробитый. Если это вообще капсуль. Если это не... Это пуля, по-моему. Это пуля. Капсуля нет. А пуля просто? Пуля. А не, есть капсуля. Есть? Целый? Не пробитый? А я вижу.
Да вроде нет. Не. Ну он целый, да. Непонятно. Да, тяжелая. Вот что нашли. Больше ничего пока нет интересного. Две пулеметные гильзы и патрончик. Непонятно. Да, пока МГ что? Может быть. Пока что непонятно. Или от Люгера. Где сам Люгер? В доме заброшенном. На чердаке. Сейчас пойдем искать.